Родина – это полянка, каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое родное, это родина моя. Дети рисуют планету и родину. Они берут разного цвета мелки, и на асфальте в огромном круге появляются континенты. Рядом выводят огромными буквами «Мы – дети» и «Щелково». Акцию «Рисуем землю» для детей из летнего лагеря при школе номер 19 в Медвежьих озерах организовали активисты Молодой гвардии «Единой России». Рисуем зеленый мир и экологию. Дети вместе с молодогвардейцами рисуют нашу планету и символы патриотизма. Российский флаг – символ России. Земля – это все-таки наша планета, на которой мы родились, на которой мы живем, которая нам дала еду, воду, которая нам дала вообще, в принципе, жить. Ну, условия для жизни. Ребята постарше отделяют материки от окружающих водных пространств, создавая на асфальте подобие географической карты. Рисуя, ребята одновременно размышляют о вещах для них очень значимых. О природе, о необходимости ее беречь и, конечно же, о родине, как о самом дорогом, что есть у человека на свете. Для меня родина – это мой дом, мои родные, мои друзья. То, что надо защищать и что надо беречь. Ребята, рисуя огромную землю, помнят и о своей малой родине, с которой начинается для них путь в большой мир будущей жизни.